Нью-Йоркский ретрослет 2017, Made in USA. Связь американского автопрома и отечественного автопрома самая непосредственная. Автопром нашей страны начался с «Волги», с автозавода «ГАЗ», который стартанул от оборудования Генри Форда. Вот, собственно, Америка и наш автопром – это просто близнецы-братья. Мы всегда рады видеть автомобили любой страны производства. Но в этом году американским автомобилям, конечно, отдан приоритет. Мы любим журналистов, особенно любим наших друзей из ТТ-Инфо. Всегда рады нашим информационным партнерам ТТ-Инфо.